Стенд «Верхней Волжи» продолжает работать в рамках международной выставки форума «Россия» в павильоне номер 75 на ВДНХ. Он пользуется значительной популярностью среди посетителей. Около 500 человек в день посещают кабину машиниста электропоезда «Иволга-3.0». Экспонат позволяет ознакомиться с особенностями управления железнодорожным составом и отправиться в виртуальное путешествие по городам Тверского края. Кроме того, ежедневно от 200 до 300 гостей совершают такие же виртуальные велопрогулки по Верхней Волжью. В ходе разработки концепции стенда Верхневолжья были учтены широкие экономические, промышленные, культурные возможности Тверской области. Такая задача была поставлена главой региона. В кабине машиниста вся механика идентична системам действующих поездов. Он следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ. Среди достопримечательностей, которые можно увидеть на экскурсии, Ржевский мемориал советскому солдату, Борисоглебский монастырь в Торжке, озеро Селигер, мультимедийный парк «Россия. Моя история». У посетителей есть уникальная возможность взглянуть на объекты будущего Тверской области. Это туристический кластер «Волжское море», Морозовский городок после реновации, обновленный город Торопец, который в следующем году отметит 950-летие с момента первого летописного упоминания. Кроме постоянно действующих экспонатов, для посетителей выставки подготовлены различные мероприятия.